Повернитесь к крышке. Вставай на ближе. Мне никогда никто не говорил, что понравилось, а что не понравилось. А мне бы хотелось, чтобы мне это сказали. Угу. А потом опять сюда? Да, потом, когда она закончит выступать, просто на кнопочку на ту снова нажал, и все. Да? Угу. Готово? Все, готово. Да, спасибо. Весы. Я сделал дубли 10. Я пошла смотреть. Я люблю делать много дублей, что лучше сделать 10 фоток, 9 удалить, а на... Поближе мне встать. Так, Ольга Атаманова. Весы. Сонет. Дрожат вселенной хрупкие весы, чувствительные к каждой перемене. И преклонил молящиеся колени поодаль от граничной полосы пред идолом, чей лик всего бесценней, чья ценность увеличена в разы. И холодом полуночной росы объята мысль в экстазе песнопений. Наш балансир, давно пора почистить. Наш разум снова пребывает в коме. Играющие в смерть, смертельно правы. И все-таки сильнее безумных истин. И мирового золота весомей. Всего одна крупица мысли здравой. Так, ну вот. Ура! Спасибо. Сонет он коротенький, всего 14 строк, не успеваешь закончить. Так, и, наверное, что-нибудь все-таки повеселее, если вы не против. Весеннее тоже недавнее. Когда кивают овны всех времен на Вильяма нашего Шекспира, когда безвкуснейший сжигатель жира божественную пищу возведет, и маяки маячат неспроста, и Дон Кихот зализывает раны, и даже в сверхвозможности дивана восточный люд не верит ни черта, и люди подновляют косяки, и окна в мир упрямо до дырок протирают, и то, чего на свете не бывает, вдруг превращается в черновики, и цвет зеленый легкие земли заглушат напрочь белое цветение. Но нет весной такого наваждения, которого простить бы не смогли. И на листке, исписанном едва, проступит век 18-й датой. Всесильными покажутся слова, бумажными покажутся солдаты. Спасибо. Спасибо. Я пью сегодня